Хей, окей, с вами Шумхи, мы продолжаем ходить игру под названием Sword Knight. Короче, погнали в город, я быстренько забегаю, куплю себе... Так, давай, что за песня? 20-21? Сотряси землю. Следуй по пути через раненые твои приключения. Начало. Соперник. Неожиданная встреча на пути через равнины. Нифига он там херячит. На кулеле. Так, ну артефакт мы купили, но артефакт такой себе. Что ты мне там хотел? Ты сразил призрачного рыцаря? Узришь и мои величайшие сокровища. Танец! Неплохо. Смотри, как я танцую. Ну, блин, жалко, что это пропускать нельзя. Но с другой стороны, прикольно. Слушайте, эту игру, по идее, можно считать с пасхалками. Я смотрю, у боссов хп все больше и больше. А у него нету реликвий больше. Давайте я посмотрю, сколько будет стоить у нас улучшение. Тысяч. Хочешь использовать реликвии с толком? Волшебный напиток, повышающий свой максимальный запас магии на 10 очков с помощью... Ну блин, мне нету. Что на этот раз? Стейк. Неплохо, неплохо. Так, ну больше здесь ничего такого нету, да? Так, у нас на карте появился какой-то рыцарь. А, нифига себе. Это междулевеловые сражения с врагами. Ничего себе. Тихо, не падай. Как я понимаю, если я умираю, то дуэлька это пропадает. Хей, окей, с вами Шумхи, мы продолжаем родить игру по названию Shallow Knight. Либо Лопатный рыцарь. Да, как вы видите, я уже до хера прошел, но. Это из-за того, что я... Прошел уже игру, начал рендерить, и при рендере у меня возникла проблема, а именно с вот этим боссом, потому что я когда начал его рендерить, а он просто не рендерился, я не знаю, почему ошибку выдавала. Поэтому...
Я не помню вообще кнопки, почему мне кнопки, почему это левые. Так, ладненько, давайте я вам буду показывать, что вообще тут находил. На голову можно, если что, вот так прыгать и зарабатывать за счет этого деньги. Я не помню, как активный предмет использовать. Ага, все вспомнил. Кажется, я рано, да, показал вам это? Так, как... Вот. Короче, у меня тут до хера всего. Если не ошибаюсь, это был первый, да, наш босс? Ладно, тайминги. Тут всегда нужно смотреть секретки, потому что в стенах будут секретки. А это, кстати, была моя активная способность. Короче, когда у нас не фул хп, у меня нет вот этого способности хлыста. У меня хп много, очень много. Потом мне не страшно получать урон. Вот и все, плюс рыцарь. А я не помню, там, кажется, тоже была секретка. Кажется. Ладно, походу нет, не было. Пофиг. О, я с... Ладно, пофиг. Пофиг, двойнее два. Вот, вот там есть прикольное место. Так, становимся ровно под символ. Ну как вы лучше откуда-то эта отличная реликвия, между прочим? Я уже по ней соскучился. Денежки.
Денежки, денежки. Я не помню, где тут все клетки эти. Так, да, это я место тоже помню. Лучше так сделать. Ну вообще ты можешь, мы можем отбивать ихние, так сказать, атаки. Кристальчик. Так, а я не помню. Да, я не помню. Короче, лучше с помощью способности его удалю. Эта способность будет вообще не скоро, вообще не скоро. Так, вот такой вот еще и секретный здесь проходик. Зараза. Я не помню, что мне данная броня дает. И поверьте, броня тоже не скоро будет, и улучшение. И улучшение способности тоже не скоро будет. Но вообще способности. Броня это не скоро. До этого еще рано. Ай-яй. Ладно. Зря урон только получил. Забейте, я косой. Это еще одни музыкальные ноты. Которые я хотел вам показать. Так, как работает книга? Такую книгу, книга создает нам такую вот херню. По ней можно прыгать. Но эти листочки, они только временные. Найс. Круто. Мы почти до босса дошли.
босса я... Когда играл тоже, я убил его с первого раза. Я ожидал, что он будет сложный. Но мне повезло. Успел. Морковочка, курочка. Кстати, вы можете просто урон получать от этой херни и перепрыгнуть ее. Как вариант. Так, король и рыцарь, у нас незваный гость. Прочь из нашего тронного зала, холоп. Умолкни, самозванец. Ты вообще не настоящий король. Ошибаешься. Чародейка оценила мою царственную особу, и теперь все падают передо мной ниц. Да ты просто... загнивший прощалыгер. Узнай вкус правосудия. Лопатного правосудия. Молчать. Ну, давайте без способности его одолею. Хотя... Да, вот так я его тогда и одолел. Просто прыгаю по нем. Ну хотя, смотрите, у меня сколько? 3 сердечка, тогда у меня было 4 в начале. Сердце или сколько? 5? 4, кажется. Ну, поэтому нормально. Ну, в принципе, все, ребята. На этом мы с вами заканчиваем. Я попытаюсь что-то еще вырезать с предыдущей серии. Ну, с этого же прохождения, да, что было еще такое, какие-то моменты. Я попытаюсь вырезать и их вставить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.